все, тебя да, уже... Да, и тебя уносит. Да. Пока мы ждали вас, друзья, мы, знаете, чего только не успели. Мы не перегорели, нам говорили, ребят, держитесь, скоро будут. Давайте, ну потерпите. А мы да. И кино уже сняли, которое мы между прочим, да, но мы потом в сеть выбросим, может быть, вы даже посмотрите. У меня вот такой вопрос. Все-таки вечерний концерт двухчасовой. Какие сюрпризы ждут тех, кто придет, Валерия? Вот что будет такого, чтобы вот прям сквозь дождь, с дач, с огородов сейчас подорваться и приехать в Ижевск? Во-первых, живое выступление. Ну, да, да, это, да, это само собой разумеется. Потом, знаете, у нас очень разнообразный репертуар. Просто, мне кажется, каждый, кто сегодня придет, обязательно услышит свою любимую песню. Найдет свою песню. Обязательно. И не одну. То есть программа у меня очень-очень разнообразная. Знаете, часто бывает так, что говорят, ну, да, артистам хочется петь новые песни, старые, ага, типа, надоели, сколько можно уже там... Прошлое уже, это прошлое уже, 100 лет уже поешь ее, поешь. Я все равно таких песен не отказываюсь, потому что я знаю, что их все равно ждут. Их хотят слышать, их подпевают вместе со мной хор. Это вот, мне кажется, что... Это важно, потому что с каждой песней у каждого человека связан какой-то эпизод в жизни. Да. Какие-то вот ассоциации возникают какие-то. У меня у самой, например, тоже с какими-то определенными песнями возникают какие-то картинки. Я должна, знаете, признаться, мы пока вас ждали, простите, что перебила, я включала ребятам вашу метелицу, потому что говорила, ребята, я танцевала под эту песню. Да, я не дискотека. Слушайте, а можно вопрос под боком? Коль уж нам с вами удалось избежать полиграфа, да, и Борис, и Валерия давно знакомы, значит, многое друг другу простят. Борис, у вас есть любимая? Какая песня любимая у вас?